знаем дефицит воды в Крыму, освещался всегда и был свойственен всем нашим историческим эпохам. И крымчан отличала высокая культура водопользования во все века. А вот с приходом воды из Северо-Крымского канала в 60-х, 64-й, 65-й год, потом вступали новые очереди канала, мы получили воды больше, чем дает весь поверхностный сток, природный сток Крымского полуострова. Проектная мощность канала 3,2 кубических километра, а поверхностный сток Крыма где-то около кубического километра. Многоводные воды где-то 910 миллионов кубических метров. Представляете, насколько мы вмешались в природу Крымского полуострова и принесли в 3 раза больше воды, чем здесь реально существовало. Поэтому все перестали экономить воду, устроили лесосеяние, построили химические предприятия на севере и приложили руку к тому, чтобы очень активно и быстро погубить природу Крымского полуострова, который на самом деле всегда был всероссийской, всесоюзной, а сейчас снова всероссийской эстрадницей. Поэтому надо менять отношение к водопользованию, к промышленности, к потреблению и даже к сельскому хозяйству. Воды всегда будет мало. Всегда человека манила к себе какая-то тайна, загадочность. Брак пещер, текущие под землей реки, звонкая капель, падающая в озеро на дне гигантского зала, в котором можно уместить здание Московского университета. Вытекающие ниоткуда и уходящие в никуда реки. Это всегда было потрясающе. И всегда все думали, что в пещерах живут разбойники, которые там хранят свои клады. Живут какие-то злые или добрые духи, но, как правило, злые, потому что это под землей. Все это будоражило внимание. И, выражаясь научным языком, пещера является великолепным рекреационным ресурсом для развития туризма. И оборудованные пещеры всегда отличаются большим наплывом посетителей, туристов, принося доход в бюджеты местных органов власти, муниципалитетов или отдельных предпринимателей или их групп. При открытии пещеры при Излении мы выяснили, что это крупнейшее, одно из крупнейших в мире, крупнейшее вообще единственное, будем говорить, в России, ну и в Европе тем более, находка останков, костных останков животных до исторической эпохи, а если говорить по-научному, до ледниковой эпохи. Вот здесь жили мастодонты, антилопы, шерстистые носороги, гигантские гиены, ну, естественно, пещерные медведи. Здесь жили саблезубые. Кто вы думаете, саблезубые? Все так думают. Саблезубого кота нашли. Это будет эмблема этой пещеры. Саблезубый кот. Это, ну, может быть, единичная находка в Европе, саблезубого кота, несколько экземпляров. Южные слоны и так далее. В общем, выдающаяся находка.